Всем привет, ребята! Я сегодня открываю вот эту стоматологию про еду. Тут надо лечить зубы вот этому чублику. Но колобка мне не нужна, потому что я, видите как, я все уже достал. Итак, давайте зубы сейчас ему поставим. Так, смотрите, у меня тут некоторые зубы подготовлены. Вот, сейчас я их поставлю сюда. Сейчас нам надо еще один зубик слепить сейчас. Вот. Смотрите, сейчас слепим мы его. Вот и зуб. Сейчас, вот он, видите, такой зубик. Вот, смотрите, сейчас. Вставляем мы его. Так, дальше. Сейчас будем... Теперь смотреть, какие тут зубы ему надо вылечить. Ой, вот этот уже надо сделать, вылвать его надо сейчас. Так, потерпи, зубастик. Вот, видите, ребята, какой он был у него гнилой. Итак, ох, вот этот зубик что-то поцарапанный. И там что-то такое классненькое. Так, надо его посверлить, видите? Вот, посверлили. Сейчас поставим пломбу. Вот так. Вот, супер. Теперь у него такой рот. Видите, ребят, смотрите, мы ему зубы вылечили. Итак, давайте их сейчас мы почистим сейчас. Вот. Смотрите, берем подстильничек вот такой. Вот, достаем. Это для пасты. Вот, смотрите, как она делается тут вот так. Смотрите. Видите, вот так пасту выдавили мы. Видите? Так, сейчас будем чистить зубы. Смотрим. Так, давайте чистить ему сейчас пастой тут. Чистим. Так, все, этот зуб почистим. Вот, мы ему почистили теперь зубы. Ну все, мы с вами давайте заканчивать уже. Ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!